И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон. Как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Scrap Mechanic, будем смотреть крутые постройки. Димач, поздоровайся. Всем привет. Ну что, Димон, удивляй. Димон сейчас сказал, что приготовил крутых роботов. Надеюсь, роботы будут бомбейские. Бомбейские? О, еще какие, Димас? робоход, погнали. Так, чё, подожди. Это, короче, наверное, из Звездных войн, да, немножко? Ну, шагоробот. Как, подожди, как он называется? Ходоробот. Когда робот как садиться, кабан? Наверное, наверх, давай поднимем. А ну давай, Димончик. Там пушка, что ли, или что это такое прикольное? Давай, только не упади, друг. Так. Давай, ты не падай. Можно сесть? Конечно, можно. Ну Димас, так давай. Все, о, я пошагал. Я же сказал, что это шагоробот. Шагоход. Димас, он... Робошаг. Это он как будто танцует. Не, ну прикольно, чё. Лунная походка. Ну, а что, ну, нормально? У тебя есть пушки, давай поклацай что-то еще там. О, фонарик. Фонарик, очень нужная тема, конечно, ночью. Ночные шкарты есть. Так, ну все, он больше ничего не умеет. Просто вот так, это все пантеры, эти дешевые пушки. Ходунок, робот-ходунок. Робот-ходунок. На тебе бомбу между ног. Че, крепкий что ли? Ничего себе! На тебе еще разок! На! Ну и че, ты на одном крыле можешь крутиться? Вот это ты модный мужик, а как? Во, полетел! Могу кольцо. А куда летишь? Воу, Димон! Ну блин, прикольно получилось, у тебя мертвая петля. А ну бочку, бочку. Нет, это не бочка, это. Это топор. А, во, вижу. О. Это новый способ передвижения на самолетах. Колесо, само колесо. Да, ну давай полета немножко. Так, подожди, что еще умею? Полет нормальный. Как тебе полет? Ты как бешеная птица какая-то. Я психосамолет. Давайте бомбочку маленькую прилеплю. Как раз для твоего самолета, Димас. Давай? Давай. Подожди, подожди. Очень трудно, Димас, это делать, когда у тебя самолет бешеный. Ты чё здесь? Не надо мой новый самолет ломить. Он новый. О, Димас, поехал. О, подожди, стой. Нет, стой! Нет! Это не я взрывал, Димас. А, это я ударился об землю, они бахнули? Да, ты сделал какой-то сильный удар прям очень. Так, давай еще. Это что у нас? Вот во. Такой вот танкусик, офигенный. Я внутри, я сел за руль. А тут есть еще места свободные? Воу, тихо, стой. А ну с той стороны попал. А ну подожди, это что? Это дверь Димас, открыть. Ты, походу, единственный можешь здесь. А, это как битбокс. Я думал, ты стреляешь. Чё? Блин! Самолет, ну куда ты? Стой! Блин, какой-то он стрёмный. Чё, сложное управление настолько, Димас? Да чё ты не въехал, я как управлять им? Чё, или я дурачок, или самолет не летает. А ну давай, Димон, ты, профессионал. Да, давай, я плохой водитель. Лучший! Во, смотри, что. Ну такое, в принципе, не... О, Димон, ну ты красава! Сразу видно, права купил. Ну вот, в принципе, недолго твоя музыка играла. На черном рынке права. На 10 секунд дольше пролетел, чем я. Вот так вот будет с каждым самолетом, который будет плохо управляться. Да, это не мы, ребята, заметьте, это не мы плохо управляем. Это самолеты, да, Димас? Робот! Наконец-то, я так мечтал. У него прям рессоры крутые есть. Всю вину на роботов, Димас, мы с тобой смахи. Так, о, пошло. А куда так? А я бегу на работу в пиццерию. Димас, ты заметь, посмотри, что у меня на голове. Чё у тебя на голове? О, кстати, в этом есть какой-то прикол. Чё замер? О, стой, я тебя ускорю. Сейчас. Это робот-цветок. А ну, Димон, давай сейчас. Почему робот? Попробуй походить. Подожди. Я тебя ускорил максимально. Во! На работу иду.
Там еще есть датчик, дайте я датчик еще один ускорю. Это у вас еще под жопой у меня. Тюнинг запили максимум. А, не, не смогу. Вот очень сложно для моего ума. Реактивный ранец, да, хочешь сделать? А ну полети. У тебя датчики стоят, поэтому ты не падаешь. Я думаю, что ты не падаешь? Ты даже на одной ноге четко летишь. Самолет. Ой, роболет. Ну и чё? Балерина? Да. Приземляйся. Нет, беги. Да. Ой, красиво. Прям в воздухе все запчасти залипли. Ого, аж провисает, ничего себе. Надо срочно... Срочно. Сейчас мы это все исправим. Видишь? Все. Сразу четко. Клинап, все. Очистка, скраб. Ну там еще вдалеке есть. Ой, четко попал. Ничего страшного, ничего. Такого. Ого, кабан! О, ну, так да. Это же и мы, это наша статуя. Моделька. Персонаж, так, она падает. Да. О, четко падает. Подожди, механизмы есть? А, она просто лысая штуковина. Ну, прикольно выглядит. Так, да? Давай рассмотрим, что у него тут есть. Думаю, а ну я бомбу... Чё? Ого. Вот тебе только пиписьки строить. Бум. Это не я, Димас, был, он так и стоял. А, это так и было, понял. Это просто там, знаешь, что? Таймер просто уже закончился. Да-да-да, и пиписька поставилась сама, я понял. Я ж не знал, что такие статуи. О, прикольно, чумной доктор. О, Дима, знаешь, как я чумного доктора сейчас буду разрушать, смотри. А ну-ка. Я знаю, ты танк ставишь. Топовый. Топовый танк, конечно. Давай, стреляй. В таком танке я катался всю жизнь. Плохо нельзя в дуло стрелять, чтобы его разорвало. Ну, типа, снаряды. Ну, я тебе поставлю... Не... Что такое, не работает? Старик какой-то. Старик? Ого, тут механизмов. О, давай, Димончик, а ну-ка. В глаз попади. Бум! Нифига себе, дыромаха. Да. Кстати, их жестко лупит. Офигетительно, аж горит все. Я еще подсветку сделал. Ой, блин, я ж дергаюсь, это громко стреляешь. Да. Та, красавчикс. Да. Ну. Дима, садись за этот танк, будешь сейчас разрушать нам постройки. Не-не, я вот так взорву бомбу, смотри, и твой танк будет целый. Не-не-не, стой. А, не. Два вот так вот. Не, я с радиусу бомбы. Видишь, смотри, банк, а танк целый. Какими меня кубиками твоими откинул? Короче, Дима, садись за танк. О. Да, ты хочешь умереть. А-а-а, ты меня сломал. Что-то слабо. И все? Твой робот встал? Ладно, тебе повезло, Дима, спасибо. Что-то плохо разваливается. А, вот ты эту штуковину с удовольствием. Усик. Я тебе помогаю. А, съесть помогаю? А что я его не могу разрушать до конца? Все нормально, я тут уже могу. Нет, я тут уже нигде не сяду даже. Тут уже у вас нет сидушки моей. Все? Да, сидушка пропала. Я его прострелил насквозь. Зачем я знаю, какой робот тебе будет соперником? Ты куда летишь, стой? Ай! Нет, стоп. Дима, тебе даже легче стал. Спасибо. Это Дима... Сейчас. А, я так дуло не могу высоко поднимать. Что я мочу? Вот так, да, значит? Да. На. У меня лазера красного нет, я наугад стреляю. Рано не попадаю по тебе. Если бы я стрелять еще мог, нормально. Да я тоже рагуль. Не, у меня очень плохо управляется пушка. Да, сильно плохо. Прям совсем. Я злой, сейчас я тебя буду мстить. Где ты? Ого! Видно, картофельная пушка не сильно тебя мочит, да? Прощай! Нет, беги! Кстати, он еще цел. О, смотри, чисто осталась рука с пушкой.
И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!